ребята, я знаю, как надо. На весь. Видно, чтобы свет падал. Меня вывезли каких-то два мужика за город. Избили меня, угрожали и требовали ваши адреса. Вы, кстати, пацан, кушаешь, что я домой? Он входит. А, да? Ты домой шел? Да, когда вас встретил. Мне 5 часов уже быть в другом конце города. Да сейчас быстро запишем. Да вот я поэтому вернулся. Ну вот, ребята, наконец-то мы добрались до студии. Сегодня точно запишем последние две сцены фильма. Полтора месяца у нас шла озвучка, если не два. У меня нет микрофона. И вот этот день настал, как говорят у нас в Китае. О, отлично. Лёха, шаурма! Лёха, сделай дорожку мне, короче, из фильма, дорожку звука сделай. Вот, Вегас тебе, вот ты профи. Сейчас всё сделаем, Санька. Сейчас все будет, ёбаный рот. Чё? Побудет. Я знаю. Ага. Стоп. Вот вместо этого, Сань, будет. Да ничего страшного. Не беспокойся, все нормально. Дурака не включай. Попал? Дурака не включай. Я попал? Я не слышу. По подаче так себе. Я на шар сказал. 2 часа назад меня вывезли каких-то два мужика за город. Избили меня, угрожали и требовали ваши адреса. Ну, естественно, я отдал, мне угрожали. Теперь ты объясни, в чем дело? Почему я из-за вас страдаю? Стоп, стопори. Короче, мы там изменяли же текст. Ага. Не будет вот этого скороговорки этой. Что с ней сейчас? Так а ты сейчас вместо что с ней сейчас сказал, где она жила? А я вот хочу посмотреть, как... Лабиринты Фавна. Ага. Вспоминай пишем. Текст. Пишем? Вот эту фразу пишем. Саня, пишем вот эту фразу, будем. Сидеть вот так вот спокойненько с тобой. И мять, лица, мять, людей. Пишем? Будет, Олеск? Я сейчас бицепс качаю. Ты бицепс скоро похудеешь. Сейчас, давай трицепс. Трицепс не хочешь никакой. Подожди, с кисти начнем, короче. Давай с ног там начинай, господи. Как этот? Кто я? Ты Волочков! Ты Волочков! Все. Вот под этот минус, короче, будет клипец. Ай-на-на-на-най! А мы играем в покер! И всех чекаем! Почекаем ножичком, да? Ножичком почекаем. Опыт теряет, это да, ребята, я знаю, как надо. На весах то, что тебя за ногу торопой мацемали ведут по накатанной комбанаби. Села на заливе, цели накрыла медицине, села полоса на лице, в сторону вело прицел, на волосе висел. Мысль попугала живцел, и уже не на живце. Мы с виду весомые люди, индивидуумы, все подавали на блюде, помемы, как витамины. Куда ни сунь, тут и там сюда рисуй, самосуд, лакомый, то ли хоть языком лизнуть. Мы так устали, нам будем никуда. Летели мнения сигналами, путали провода. Ребят, нам на камине потери, я, белая, стою, один. Сердце рвется, и люди поднимают знамя. Блять, только пошло, ты вырубил. Какой красавец. Тут у нас такие вот ходят. Здравствуйте, друзья, еще раз. Батарейка просто села. В общем, вот что получилось. Той версии автомобиля. В какую новую она превратилась. Давайте посмотрим. Видно, чтобы свет падал. Она блестит, бля. Окей, okay, проконсультируем людей. Смотри, чем отличается краска Раптора от обычной. Во-первых, Раптор, он не отваливается. Не отваливается. Он стоит, да.
морозов, скулов, царапин, всяких песка. Ну, в общем, ты, в принципе, все. Ты покрасил там еще пару по мелочи, и все. И все, и тест-драйв пошел, да? Да. Обклеивает нас обклейкой прекрасного автомобиля. Илья, как настроить? Не поверите, сам директор клеит. Сам директор приехал с отпуска, работает. Михуёчки у нас здесь работают. Вон там с михуёчки. Понабирают камер, блядь, снимают потом, блядь. Так. Потом звездами становится. Людям нравится. Лёг, я сейчас это до тебя дойду, я умоюсь. Блять, у меня же батарейка села. Чё, Сэм, подожди. Чё, взяли у пацанов гитару, да? Едем реализовывать последнюю запись. А это запись саундтрека к фильму. И пару еще моментов. Как утро-то твое началось? А? Отлично. Мой Дадыр. Любитель пшена. Чтобы мы накачай с тобой еще. Пойдем и огонь, и воду. И будем девушка вместе, специально, несмотря ни на как что, подарок помни, что мужу будущему выше, записала песенку. Да-да-да. А, записала на студии песенку для мужа. Подарок на свадьбу. Студия White Room Records. Еее, записывайтесь, пока, пишите Сане. Фамилию не помню. Вообще, в общем, когда человек приходит на студию, как ему вообще, ну, все условия, которые создаются. А студия сама. Сама атмосфера. Было комфортно и весело, и ребята сами. Не бойся, никто не покусает, говори правду. Правда. Точно правда? Точно. Закрывайся. Леша, свет. Я дам свет. В лесу родилась елочка, в лесу она росла, зимой и летом стройная, зеленая была. Hey! Метель ей пела песенку, спи, елочка, бай-бай. Мороз снежком укутывал. Слушай, 10 минут и нас заберут куда-нибудь. А я ясно, я не... А я ясный. А давай, бой! Забираем тебе! А я хмурое дадим! И оставляю бабушке! Ай-яй-яй-яй, ясное дадим! Забираем себе! А я хмурое дадим! Оставляю ему! Оставляю ему! Поехали! Ах ты говно! Ах ты говно! Бугагашеньки, давай. В жизни путь у каждого свой. Перейди черту эгоизма. И для дружбы открой. Зарази строй оптимизма. Идет волна, идет волна беды. Идет война. Помните, со свадьбы первый выпуск, вы узнаете? О, здравствуйте, мы с вами были знакомы.
в ЗАГСе. Я видеооператором был, я у вас еще подходил. Как, свадьба-то есть? Сегодня свадьба-то есть? Не знаю, не было. Нет. А где колбасу можно купить качественную, вы знаете? Еще пробовали, Саня пробовал. Колбаса, да. Я попробовал. Молочная, какая лучше, докторская, молочная? Зай, тролли. Без понятия. Я думаю, сырокопченая, но она получше будет. А твоя любовь, а твоя любовь. Шутку запили в конце. Колобок поищем. Ой, позорище. Веня, позорен. Слава Богу. Позорище? Опозорен. Это наушники в стол включать. Как ты работаешь? Вот сейчас нормально вышло.